Всем привет, вы на канале Enjoy TV, меня зовут Александр, и сегодня будет тест на горючесть напыляемых утеплителей 8 марок. Погнали! В нашем эксперименте принимают участие утеплители Wasman, Pinaplex, Polynor, Kudo, Tris, Titan, Technonicole и Pinasil. Сейчас мы их будем поочередно поджигать и смотреть, горят они или не горят. Приступаем. Первый утеплитель, который мы будем поджигать, это Technonicole. Берем зажигалочку. Вот смотрите, утеплитель горит, но затухает. Как-то так. Берем следующий. Утеплитель Титан. Смотрите, другая реакция, да? Прям не хочет гореть. Тоже горит, но затухает. Ну, кстати, гораздо быстрее затухает, чем Technonicole. Следующий Wasman. Ну, Wasman прям пылает, как видите. Так, все. Далее. Pinaplex. Утеплитель горит. Трис. Чтобы бумажка не загорелась. Затух. Следующий Pinasil. Потух. Kudo. Смотрите-ка, не хочет гореть. Тухнет. Polynor. Затух. Потух. Как видите, все утеплители в какой-то степени горят. Но через сколько-то секунд они затухают. По результатам тестов все утеплители воспламеняются. Но производитель Polynor предлагает нам вот такую пропитку, с помощью которой утеплитель не будет гореть. По инструкции сказано, на свежий напыленный утеплитель напылить Polynor Guard в течение 10 минут после напыления с помощью бытового краскопульта или садового опрыскивателя. Давайте попробуем. Наливаем состав. Ну и все, хватит. Нам этого будет достаточно для проведения эксперимента. Теперь берем наш состав и опрыскиваем.
Полинор смочен огнезащитной пропиткой. Прошло 40 минут, давайте пробовать поджигать. Поджигать будем газовой горелкой. Не щадим. Смотрите, реально не горит. Честно, удивлен очень сильно вообще. Не ожидал такого. Но не горит. Итак, давайте подведем итоги. После пропитки Полинор Гвард напыляемый утеплитель не горит. Им можно обработать как всю поверхность, а также те места, где у вас проходят розетки, выключатели и просто проходит проводка. Всем спасибо за просмотр этого видео. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, оставляйте свои комментарии. И всем пока!